Так, здравствуйте, меня зовут Малика Абдумаликовна, и сегодня будем проходить тему номер 10, истории Узбекистана, 10 класс. Тема называется «Образование Узбекской ССР». 13 февраля 1925 года в специально построенном народном доме в Буха Бухаре открылся первый всеузбекский, Узбекская ССР, учредительный Крултай Советов. 17 февраля Курултай принял декларацию о создании Узбекской Советской Социалистической Республики. И Михаил Калинин, Калинин, который приехал с Москвы, участвовал в этом Курултае, объявил о создании Узбекской ССР, которые в которой входили Ташкентская, Самаркандская, Ферганская, Кашкадаринская, Зарашанская, Бухарская, Сурхандаринская, Харезмская и Таджикская ССР. Центральный исполнительный комитет Узбекской ссср ЦИК УЗСР и Совет народных комиссаров Узбекской СССР СНК были созданы как главный сказать, центр управления Узбекской СР. И председателем Совета народных комиссаров был избран известный государственный деятель Фазулла Хаджаев председателем Центрального исполнительного комитета Советов Узбекской ССР был э, выбран активист общества Кушче Юлда Бабаев. В это время территория Узбекской ССР была равна 312 тысяч 394 километров квадрате. Население составляло э, почти 4 миллиона человек. Это не включает Таджикскую и Таджикскую ССР и э, Карклопакскую автономную область. В конце 2024 года а, население Республики Средней Азии составляло почти 8, больше 8 миллионов человек, и половина а, из них проживала в Узбекистане. В итоге а, Узбекская ССР была разделена на 9 уездов в 133 района, а, 7 тысяч сельских округов Туркестанской ССР, 9 областей БССР, 23 района Хорезмской Республики. С февраля по апрель 1925 года столица был город Бухара. Затем с апреля 1925 года по сентябрь 1930 года столица был, был город Самарканд. И только 20 сентября 1930 году столица была перенесена за одну ночь в Азилу Хаджаем в город Ташкент. Это, конечно же, было обусловлено потому, что большинство местных органов власти и учреждений центрального правительства были сосредоточены в городе Ташкенте. И, естественно, Ташкент составлял экономическую, политическую, культурный центр всей республики. Пожалуйста, на фотографии можем заметить Фазула Хаджаева и Хамбабаева, как они вели свою деятельность. Например, эта фотография относится к открытию э, железнодорожных путей. 29 января 1925 года в Узбекской ССР впервые было проведено административно-территориальное отделение и были образованы первые семь областей. 29 декабря 1926 года на пятой, на пятой сессии цик советов Узбекской ССр было принято постановление о районировании и новое административное отделение вместо существующего уже в Узбекистане в Узбекской ССР 7 областей, 23 уездов, 241 волости 1163 сельских общин было образовано всего лишь 10 округов. В них ходили Хорезмский, Бухарский, Среднезаровшанский, Самаркандский, Ташкентский, Хаджинский, Каканский, Андижанский, Срухандаринский и Кашкадаринский. И отдельно Казахо-Каракалпакский регион, он, его называли а, Канемерский район. А, 8, а, было еще 87 районов и более 100, а, 1720 сельских советов. Образование Коммунистической партии Узбекистана. 6-12 февраля 1925 года в Старой Бухаре состоялся первый учредительный съезд Коммунистической партии Узбекистана. На съезде была сформирована Коммунистическая партия большевиков в Узбекистане. И основными секретарями Центр... Центрального комитета Компартии Узбекистана были выбраны Владимир Иванов и Акмали Крамов. Компартия Узбекистана действительно считалась филиалом Коммунистической партии Советского Союза, КПСС, который находилась в Узбекистане. И дальнейшая деятельность Компартии очень сильно повлияла на судьбу Узбекской ССР. Узбекская ССР – Национальная союзная республика в составе Советского Союза. 13 мая 1925 года на Третьем всесоюзном съезде Советов Узбекистана и ССР было принято в состав СССР. СССР была образована 30 декабря 1922 года в составе четырех союзных советских республик, таких как РСФСР, Украина, Белоруссия и ЗСФСР. Это Закавказье. И 30 марта 1927 года на втором съезде Советов УЗСР была принята первая конституция Узбекской ССР. Далее. 21 марта 1925 года на первом учредительном съезде профсоюзов Узбекистана были заложены основы этой организации. Республиканский совет профсоюзов Узбекистана, УСОВПРОФ, действовал под руководством Всесоюзного центрального совета профсоюзов. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи был естественно создал, создан и Ленинский коммунистический союз молодежи Узбекистана. Союз с Самарканди, Он был создан в апреле 1925 года. Молодежь Узбекистана был основан учредителем курултае э, в этом городе. Одной из организаций, объединившей Дыхкан э, Узбекистана в идейном соотношении, был союз Курсче, который действовал с 1920 года по 1933 год. Этот союз с 1925 года объединил в своих рядах более 200 тысяч человек и постепенно был превращен в основной плод большевиков для проведения насильственной политики в селе. Образование Таджикской ССР в составе Узбекской ССР. На первом длительном съезде Советов Таджикской ССР, который проходил с 1 по 12 Декабря 1926 года в Душанбе была принята декларация образования Таджикской автономной Советской Социалистической Республики в составе Узбекской СССР. К этому времени территория Таджикской СССР составляла 135 620 км в квадрате, а население было всего лишь 739 тысяч человек. 16 октября 1929 году Таджикская ССР преобразуется в Таджик, Таджикской ССР и выходит из состава Узбекской ССР. По приказу центра Хаджинский округ Узбекской ССР был передан Таджикской ССР. Образование Каракалпакской автономной области вхождение Каракалпакской ССР в состав Узбекской ССР. С 12 по 19 февраля 1925 года в Турткуле проходил первый... Учредительный съезд Советов Дехканских, Батратских, Красноармейских депутатов Каракалпакской автономной области. На съезде законным путем было закреплено образование Каракалпакской автономной области и ее вхождение в состав Казахской ССР. Значит, Начиная с 1925 года по 1932 год Каракалпакстан находился в составе Казахстана но уже начиная с 1932 года по 1936 год Каракопостан входил в состав РСФСР. И уже с 5 декабря 1936 года территория Каракалпакской ССР вошла в состав Узбекской ССР. В настоящее время каракалпакский народ проживает в суверенной республике Каракалпакстана в составе республики Узбекистан. На этом все. Спасибо за внимание.